На просторной площадке у дворца спорта АК постепенно собирается все больше и больше людей. Девушки в длинных вечерних платьях, юноши в элегантных нарядных костюмах, а рядом с ними взволнованные учителя и растроганные родители. Выпускной вечер – значимое и торжественное событие и для образовательных учреждений, и для всего города, а главное – для самих 11-классников. Ведь в этот день они прощаются со школьной порой. Пред ними открывается дверь в новую, полную тайн и загадок, взрослую жизнь. Я чувствую грусть, конечно же, в первую очередь, потому что это все-таки 11 лет в родной школе. Тут все полюбились, запомнились, и очень грустно с ними расставаться. Я чувствую счастье и радость, что наконец-то школа закончилась. Теперь можно, наконец-то заняться своими какими-то делами. Вообще не буду по школе скучать, только вот по отдельным учителям и по друзьям своим тоже. Немного. Но я надеюсь, что я с ними все равно буду как-то встречаться. Я не хочу, чтобы они вот школа закончилась, и они остались где-то в прошлом. Облегчение. Немножечко горечь, потому что я немножечко плохо сдала ЕГЭ, и немножечко дальше не знаю, что мне делать. Но это ничего, пройдет. А так рада, очень. Но я буду скучать по школе, серьезно. Потому что, было весело. Просторный уютный зал Дворца спорта АК защищает выпускников и гостей праздника от капризов погоды уже второй год подряд. Здесь на трибунах комфортно размещаются многочисленные зрители – учителя, родители, друзья. Пока пустуют лишь места виновников торжества. Звучит приятная мелодия, и на сцене появляются две стройные нарядные выпускницы, а по совместительству – ведущие. Они открывают праздничный вечер не высокопарными словами, а размышлениями о том, что же такое жизнь. Человеческая жизнь, что это? Долгая дорога в дюнах, вечный зов или ирония судьбы? Не знаю. Но в одном убеждена точно. Жизнь – это интересное путешествие из детства в юность, из юности в зрелость. После размышлений о детстве и юности ведущие под бурные аплодисменты зрителей приглашают на сцену тех, кто в этот летний день прощается с прекрасной беззаботной порой – выпускников трех пущинских школ. Под торжественную музыку на сцену выходят красивые, улыбчивые юноши и девушки со своими классными руководителями. Парад выпускников стал стартом для торжественных речей. Первыми на городском выпускном вечере ребят поздравили директора школ. Последний год, 11 класс. Бал выпускной, мечтания и надежды. Мы в этот праздник поздравляем вас. Мы верим в вас и любим вас, как прежде. Дорогие мои, я желаю вам сильных и красивых крыльев. Верьте в себя, не останавливайтесь на половине пути. Пусть ваш полет будет долг и прекрасен. Уверенно добивайтесь своей цели. Не бойтесь поражений. Нет поражений, нет побед. Нет больших поражений. Нет больших побед. Мы верим в вас, мы любим вас. У вас все получится. Поздравить ребят с переходом во взрослую жизнь пришли исполняющие обязанности начальника отдела образования Татьяна Кулаткина и глава города Пущино Иван Савинцев. Завершается прекрасная школьная пора, впереди взрослая жизнь. Этап исполнения самых дерзких, самых смелых планов и желаний. Уверен, вы получили достойные знания, умения, навыки. Ваши учителя, родные, близкие, сделали для этого все возможное и невозможное. И вы сможете достойно представить наш Наукоград в разных регионах страны, в разных сферах жизни. Торжественные слова сменились вручением благодарственных писем классным руководителям выпускников. Слова признательности от главы города за самоотверженный труд и любовь к детям были адресованы Галине Выкиданец, Виктории Соколовой, Раисе Лазаревой, Игорю Егорову. Также Иван Витальевич поздравил тех ребят, которым удалось с отличием завершить 11-летнее обучение. Золотых медалей были удостоены 5 учеников школы номер 1, 2 воспитанника гимназии Пущино и 8 выпускников школы номер 3. Помимо торжественных речей, на празднике также звучали звонкие голоса вокалистов. Большинство музыкальных композиций было посвящено школьной теме. Об уютном классе, уроках и переменах, учителях и одноклассниках пели как сами выпускники, так и вокальные группы.
Поздравить виновников торжества пришли и самые юные гости праздника – воспитанники детского сада «Семицветик». Они выразительно прочли стихотворение, а также исполнили душевную песню «Дорогу и добра». Не только вокальные, но и танцевальные композиции были в программе праздничного вечера. Несколько городских хореографических коллективов «Мой мир», «Ювента», «Фантазия» подарили всем зрителям массу положительных эмоций. Но выпускники от танцоров не отставали. Под мелодичную, трогательную песню, которую исполнила Анастасия Зиновкина, они закружились в медленном, романтичном танце под названием «Вальс». Вальс кружил и нес меня, словно в сказку свою маня. Какой же выпускной без воздушных разноцветных шаров? Покинув просторный зал Дворца спорта АК, виновники торжества и гости вечера отправились запускать в небо символ уходящей беззаботной поры. Легко и быстро взлетели ввысь воздушные шарики, а вместе с ними и вымпел выпускников 2017 года. Анна Зарубина, Андрей Михалин, Александр Шалатов, ТВС, Пущино.